Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня, как я и обещала, я покажу покупки продуктов из магазина Лента. Ездила я туда со своим старшим сыночком, как вы поняли из предыдущего влога. И так как многие из вас не любят смотреть такие видео, я их оставляю отдельно. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Итак, вот небольшие покупки. У меня получилось где-то примерно на 6000 с хвостиком. Ну, что-то покажу в конце видео, как обычно. Значит, купила печень говяжью. Вот такую говяжью печень. Маленький кусочек. У меня дети не едят, только мы. Индейка, филе грудки. Вот она без скидки стоит 459 рублей. Но у нее была скидка только. То есть вот такой большой кусок 779 рублей. Так, дальше у меня здесь колбаски. Такой, как всегда, папа может. Еще вот такую купила ветчину для завтрака. Сардельки. Это у меня сынок взял вот такие вкусные штучки. Веснушки, вертушки. Потом, как всегда, хлеб-булка. Ладушкин. Хлебный дом. Вот такой Геркулес, любим его. Дарницкий оладушкин. И еще вот такой вот взяла. Пробовать Петрохлеб. Петрохлеб, наверное, тоже питерского производства. Да? Да. Да, мама говорит, да. Питерского. Ну да. Вот, еще взяла макароны, две упаковки вот такие, такие. Мука тоже оладушкин. Сахар, две упаковки. Дальше здесь кетчуп Мистер Рика. Нам нравится, кстати, он не такой сильно уксусный. Дальше вот такое сгущенное молоко Алексеевское нам очень нравится. Оно, кстати, по-моему, натуральное, да? Вот у него состав молоко, сахар, вот, и все. Так что хорошее. Дальше три кусочка сыра, вот такой эстонский. Кстати, первый раз его увидела в Ленте, до этого не было такого сыра. Потом, как обычно, российский кусочек и еще российский. Да, мне кажется, я в разных местах брала, а получилось два российских. Ну ладно. Любимое масло Вкуснотеево, сметанка 10%. Еще сыночком набрали мороженое. Что-то так захотелось. Такое шоколадное чистая линия. Потом клубничное с наполнителем. Это у меня сынок как раз любит. И младший сынок у меня ест только вот такое, ванильное. Поэтому взяли три. Ну, каждому свой вкус. Молоко, фасоль. Вот такую. Мама, будем рецепт фасоли снимать? Салат будем делать. Да? Салат мама будет делать. Вот, мама будет салат делать. В общем, снимем рецепт. Дальше, как она, помело или помело? Помело. Да. Ну, в общем, неважно. Мне почему-то все время сложно выговорить название этого фрукта. Да, мне его как раз сын любит, муж, мама, в общем. Так, яблочки взяла вот такие. Айдарет 84, считайте, по 85 рублей. Потом помидорки 126 рублей. Бананы. Вот. И у меня, кстати, в Ленте там теперь такая акция у них есть, что лежат отдельно оторванные эти бананчики. Да. И там целая прямо надпись написана о том, что там типа бедный бананчик, он так долго к вам ехал, так долго зрел. И сынок у меня как раз-таки ездила с старшим сыном, как раз-таки повелся и сказал: мама, давай хотя бы один возьмем, одинокий, спасем его. Он его уже съел в машине, вот еще веточку взяли. Да. Огурцы в упаковке на развес, они все еще плохие. И взяли не мандарины, а клементины. Мне муж их любит. Так, здесь у меня картошка, которая по 18 рублей, она хорошая. Так, и здесь перловка и пшеничка для собаки. Еще я макароны, по-моему, забыла, да, мам? Да. Да, я забыла макароны собаке еще купить. Ну, ладно. Пакетики для котов. Ну, в общем, тут разные. И яйцо куриное. Потом вот такие для мусора пакеты. Потому что сейчас весна, надо будет мусор тут весь собирать. Так, купила вот этот вот лентовский...
что это? Пятновыводитель для белого белья. Я стираю им белые рубашки. Мне очень нравится. Больше нравится, чем ласка. А Фаберлик я забыла заказать в заказе, поэтому взяла лентовский пока. Потом в следующий раз закажу. И взяла еще вот такой кондиционер для белья. Ну, я им стираю что-то такое, там, тряпочки какие-нибудь, всякую такую ерунду. Голубенького не было, был только розовенький. В общем, взяла две штуки, так как фаберликовский мне жалко тратить на всякое такое. Так, мажетельку вот такую и соки здесь у меня еще. Тропический микс, яблочный и вишневый. И также взяла лук немножечко, потому что лук там какой-то плохой был. Мягкие я выбирала и выбрала немножко. Да, вот мама еще говорит, томат-пасту забыла я, как всегда. Ну, в общем, много чего опять забыла. Ну, ладно, в следующий раз. Хорошо? Булку для котлет. Булку для котлет, ну, в общем, да. Вот, так что вот такие вот у нас были покупки. Так, и вот показываю чек, я его прижала тут горшком цветка, потому что он у меня постоянно убегает. Так, и руки у меня, девочки, не трясутся, просто когда я делаю, ну, увеличиваю, получается, ну, трясется немножко камера, конечно, вот. Вот такие вот цены. Постоянно мяты, я его пытаюсь все время складывать, чек, но все равно у меня постоянно. Мятый грязный приходит домой. Вот такая вот у меня сумма, 6105 рублей и скидка 1474. И также хочу показать, мне впервые, вот сколько я езжу в Ленту, в первый раз мне дали вот такой журнальчик «Лента. Идеальный дом». Обычно они выдают в конце или в начале месяца, я честно не помню, такие журнальчики там с рецептами, у меня мама их очень любит. А здесь, посмотрите, как вот просто Лента в этом плане молодцы. И качество даже бумаги, знаете, не просто какая-то там дешевая брошюрка. Посмотрите, как... Ну, в общем, красота какая. Я тут его пролистала просто, вот... Я просто влюбилась. Посмотрите, какие задумки у Ленты. Посмотрите, вот это вот мне очень нравится сочетание, да, там белая, черная тарелочка. Класс. Сейчас вам покажу. Я не знаю, всем достается. Мне кто-то писал, что журнальчики вот эти вот кому-то не дают. Не знаю, у меня всегда на кассе спрашивают, вот когда у них есть, нужно мне или нет. Смотрите, как вот эта вот мне тоже идея очень понравилась. Такая вот тарелочка. Класс. Красота. Но мне, я такую красоту себе пока не могу позволить. Я имею в виду вот такой, потому что у меня дети все перебьют. Поэтому да. Вот. Вот это тоже, смотрите, какая красота. Светлый текстиль. Тоже вот это сочетание белого-черного. Мне очень так понравилось. Просто. Здесь вот тоже полотенчики. Вот стеллажик такой. Я тоже люблю. Ковер, смотрите. Кто смотрел мой прошлый влог, я там немножечко снимала, то, что они... Я так понимаю, еще не все выставили, но вот такая посуда там уже есть. Вот. Но мне больше понравилось что-то сочетание белого и черного. Посмотрите, прям такое реально, вот у них это называется «Дом у моря», да? Такое вот прямо морское настроение. Так захотелось кто-нибудь поехать на море отдохнуть. Что-то вообще мне прямо... Даже вот этот журнальчик как-то настроение поднял. Я не знаю почему, но вот такое бывает. Смотрите, постельное белье какое классное. Ой, что-то вообще так, девочки, так на море захотелось. Я не могу, пока листала. В общем, вот так вот. Такое тоже. Ну, такие, такой рисунок я, кстати, не очень люблю. Не знаю, мне вот... Ну, такое вот я почему-то не очень люблю сочетание. Вот. Но тоже очень красиво все так сделано. Вообще класс. Свечечки тоже так красиво. Такой тоже. Разные стили. Это стиль лофт. Романтика тоже очень красиво. Такой небольшой журнал, но вот так сделано классно, да? Многие говорят, что там Лента это какой-то ерунда, какой-то не магазин. Нет, мне очень нравится. Они с каждым годом, мне кажется, становятся все лучше и лучше. И прям молодцы. Молодцы.
Видите, какая красота. Вот такие зеркала я тоже, кстати, люблю. Вот. Вот такой вот небольшой журнальчик, но поднял мне настроение, захотелось в отпуск. Классно, молодцы. Лента вообще молодцы. Я надеюсь, вам такое видео было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте пальчики вверх, мне это очень-очень приятно. И оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!